На, ну, на площадке, вот в тамбуре, мы им обустроили вот такими матрасами, обкладывали все, накрывали голову. Если вдруг дом завалится, потому что многие у нас 16-этажки, пол дома сносило. И там не знаешь, куда попадет, когда над тобой пролетает истребитель. 5-10 секунд есть после вот этого вот гудения, куда он упадет. Это самые страшные. Это не 5-10 секунд, это 5-10 минут, когда у тебя вот тут ошколики от страха. И не за себя, а за полную квартиру. Детей у нас там было. Я столько его строила, мы столько для детей строили. У нас какой... Мы только открыли зоопарк красивый. Парки. Ничего этого нет. Площади, где я гуляла с детьми, каталась на коньках. Да ничего нет. Что мы оставили, ну, детям? Отстрою. Главное, чтобы это закончилось, и мы отстроим. Сами, своими руками возьмем и будем строить. А жизнь? Жизни детей. Жизни людей. Каждая жизнь, она не имеет цены. Каждая. А сколько умерло людей? Отстроить можно. А жизни куда? Как с этим быть? Как с этой болью быть? Детей, женщин, мужчин, пожилых людей. Вот этого вот не вернуть никогда уже.